положение определено. Сегодня лучше уже не курить в авто. Ехать осталось чуть-чуть. Ну, мы, кстати, даже не засалит особо. Так, Александр, ты работает? Да. У нас есть возможность, пока мы в авто, нужно зарядить все гаджеты. Ну, с сетью вообще беда. Но с Нальчики появится. Нет. Нет? Ее здесь нету. Именно как сюда. Я угадал, да, через Теле2? Что ее тут вообще может не быть. Да. Просто чисто предположил. А я начал гуглить, блядь. Загуглил реально, ее, блядь, тут нет. Так, ну это... Вот тебе, пожалуйста, этот такой вот бизнес-идея. Ага. Теле2 в Нальчике. Дать народу Теле2 в Нальчике. Даешь Теле2, да? Даешь Теле2. Даешь Теле2 во все. А я сейчас это, блядь, приеду, позвоню в Теле2, скажу, ребят, вот я тут в Нальчике был, я остался без связи. Ну что, не хотите меня объяснить, блядь, как так получилось? Ника. А? Ника. Собственного огорода? Давай, тормозим у них, спросим, как на машину попасть. Да, нет. Давай. Да ну нахуй. Лишнее. Морой. Блядь. Не понял ничего. Чёрт, ей чё-то пахнуло. Кто, блядь, такие? Так, в 7.11 мы на месте. Вообще ни грамма дежавю не было. Да все изменилось уже, блядь. Дороги. Ни капельки дежавю, вообще ничего нет. Но я особо-то на дорогу-то не обращал.
Так, что у нас там по топливу показывает? Ехать на 90, а топливо на 222. Ну и нормально. Заправочку заехать, да? Какой-нибудь это... Кофеёк. Или Макдак. Да. Лучше на заправочку. Пансионат какой-то, да? Кстати, сети. Видишь, даже изъебываться не надо, вот башню какую-то высокую ставить. Просто да, на горе, в него маленькую. И все. На самом высоком месте построил, на горшу, видишь? Да. Thank you.
здесь, в поле была такая? Походу, да. Thank you.
там белая гора с моих крыльев. Вот. Это же облако. Нет, гора. Эти арбузы, дыни. Сейчас это не сезон. Да и как они уже вон продаются. А в августе прям самый сезон. Thank you.
Сальчика, или с Грозного приезжают, они, не знаю, на другой регион. Ну, пусть будет в Москве. Увидели в шортах, да, человек. Там вообще инфаркт может случиться. Как так, в шортах много людей. Ох, тёлки не поражая, блядь. Или не, блядь, в стрингах ходят. Да, на пляж, вот, да, как да. Они. Это тоже в это, по бассейнам купаются. Нет, у них пляжи не купаются. Вообще не купаются. Ну, они есть. Вообще не купаются. Все. Росло. Ну, где-то метров 20 табличка с названием, метров 20 табличка. Сначала думал, что это название там, типа, что растет, а потом я так понял, что это для каждой фирмы вот, отдельно это. Yeah. Это для там, ООО такого-то, ООО «Ромашка», ООО «Родные копыта», ООО «Петрушка». Фирма, которая их будет это закупать, уже может приехать и посмотреть, как это выглядит здесь. Да? Прогресс. У нас древний совхоз «Прогресс» был. Заправка «Мах». Макс, наверное, о чем он в шортах делает? Почему он закатал этот? Свои спортивки? Блин, ну тут, наверное, ни черта нет. Здесь, да? Наверное, не туалеты включают. Если есть какая-нибудь это, какой-нибудь кофе, то, наверное, три в одном. Прокол ушей. Угу. Фиговый зал. Я в 2000 попал. Человеческая заправка, да? Да, не такая же. Где? В Багдаде, блядь. Где-то. Как в Багдаде? Там, по-моему, разрубка полная была. Офис, мини-маркет. Они работают, да, походу? Или работала? По-моему, мини-маркет работает, да. А это? Да, ты же можешь сдать назад? Нет, понятно, дальше. Вообще, пусть в этом самом мальчике забыл. Да, нормально искать. Лукойл, там, пичек такой. Ага. Пипи. Пипи тут не будет, да? Пипи заканчивается пределами Московской области. Все. Дальше они не осилили. Thank you.
Сергей, наверное, самая крутая, да? Была когда-то, пока не продавалась в России. Они же с кем-то там объединились. Да? И все начали. Куба, все-таки я есть, да. Куба, да. Помнишь, я лайн была, я поначалу дерево закрывает последние буквы. Думаю, опа, нихуя, Куба. Все-таки Куба есть, на Кубу можно попасть. Не плавая по нигде. Наехать можно на машине. На остров свободы, блядь. Тормозим, да, свободы, бля. Может, на Кубу и пойдем? О, смотри, что это такое здесь. А это... Что за стелла? Памятник героям, блядь. Бойцам за революцию, блядь. Строителям этой заправки. Да. То есть, вот. Почему 4 часа? Ну, аж 2.5.
Пусть вас, блядь, не оставляет на них вечно. Внимание, да, уже нормальных заправок нет. Да. Все, походу, не будет. Вартапа. Вагончик еще хватит. Хорошо,
за кофейком, не? А, а чем он говорит? Положение определено. Сообщество на два типа людей. Старые правоверные и молодежь, соблюдающая нихуя. Понял как? Ага. Я понял, о чем ты. Ну, старые правоверные скоро к Аллаху на блины уйдут, а молодежь все дальше доделает сама. Да. Так что, вот. Вот здесь вот можно. Так что вниз и стены у них уже. Ой, аккуратненько вставих. Да не, ну молодежь тоже есть такая, которая... Ворочался. Я уснул впереди. Поспал. Проснулся посреди ночи, пошел назад. Там поспал. Проснулся. Я не поспал, по-моему. Проснулся опять все просто запотевший. Я туда шел туда повесят.
тебя, на каждом стеклышке видно. На Lexus на каждом кузове и тальке везде наклейка фирмы. Вот это 170-х. На каждой кузовной? Угу. А если менять или допустим? Тоже близкий. Убивать будет. Указывать даже на клейку. Переклеить ставим вниз, да, аккуратно. Больше делом ракет. Твой мусор скинет. Шашлык тоже туда же. Ну да. Я думал, на мойке это сделать. Я вот немножко это смущает. Че? Наши рюкзаки при полете, они весят, нифига не весят, но вот за счет того, что они по габаритам там не 37 сантиметров, там, а 50 сантиметров, накопаются. Я думаю, сумку. Я думаю, их прям в пакеты сейчас в обычную пятерочку положить. Они сомнутся. Ну, если что, да, можно так. Да. Веса там вообще никакого нет. У меня там шорты и одна книжка. Кошелек и все. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Я тебе говорил, что все это шляпа по поводу шоу, там нельзя, я вот как-то особо не верил. Николай ерунду какую-то сказал. Не, в Грозном ладно, в Грозном может быть.
подумай. Виноградники, может?